Вот здесь когда-то ходил поезд. Ходил он, не знаю. Сейчас скажу, это то, что ехал с погребища второго и до Калиновки. Вон там вот Калиновка. Это, в принципе, дорога соединялась прямо то, что едет на станцию Калиновка 2, Холоневская и в сторону Хмельника. Ну, как видим, за 20 лет, больше 20 лет, как это все разобрано, здесь осталась тропинка. Ну, как видим, сейчас ничего не говорит о том, что тут когда-то проходил поезд. Вообще ничего. Кроме вот того разваленного моста, на который я думал залезть, но по количеству различных зарослей. Он, кстати, еще Интерсити идет. Вот, остатки моста. И тут трассу разобрали в начале 90-х. Местное же население, которое все на металл сдавало по необходимости. Так что прискорбно и печально.